Ребята, всем привет! Сейчас сходили, закупились. Мы были в магазине Lidl, закупились на 132 евро. Это наша первая закупка после праздников. Сейчас пройдусь, вам все покажу. На этой стороне у нас груши. Также купили вот такие вот мандарины. Очень красиво выглядят. Знаете, даже совсем не такие вот мягкие. Обычно вот такие вот пакеты покупаешь или коробок покупаешь, там всегда мягкие. Это прям такие тверденькие, хорошие. Вот купили. А затем давно уже хотела попробовать. Я видела вот такую вот пачку. Это лисички. Вот хотела попробовать. Вот сейчас купила попробовать. 300 грамм стоит 3,99. Затем была акция на всякие замороженные ягоды здесь. Такие, вот такой сорт здесь. Клубника, малина. Также вишня, смородина. Нет, не смородина. Даже не знаю, смородина, если нет, вот нарисована смородина, а также голубика. Такой пакет стоит 2,99 и на него 20% было. Затем малина стоит 3,99, тоже 20%. Здесь 500 грамм, а здесь 750 грамм. Нет, малина стоит 3,99. И еще один пакет голубики за 500 грамм. Кажется, 2,99 стоит. Затем купили паприку, она была по акции за евро 59, за вот такой пакет, примерно 500 грамм. А еще вот такую вот купили, это горький перец, это какой-то турецкий горький перец, мне он нравится, я его делаю всегда с брынзой, запекаю в духовке, очень вкусно получается. И к этому всему еще купила петрушку, вообще обалденное блюдо получится. А затем также был авокадо по акции за 99 центов. Купила две штучки, но он еще совсем не поспел, но полежит, как раз поспеет. А вот такой вот перец купила евро 99, стоит 500 грамм, хочу зафаршировать перец. А затем бананы, евро 19 они были. Морковь купила за евро 99, завтра хочу это все переработать. Также купила айсберг салат за евро 19. А затем здесь у нас голубика за 2,99 и была малина по акции за евро 99. Здесь 125 грамм купили, 3 баночки. Гранатовое яблоко за евро 29. А также купила вот такие вот помидорки, они купили евро 59 здесь. 500 грамм, две пачки, для салата как раз хорошо подойдет. Также купила шампиньоны пожарить, может быть, с картошкой за евро 89. А здесь помидоры, но они вообще никакие, поэтому совсем тут мало купила. За евро 99, они, кстати, были по акции. Картофель стоит 2,29, там было два сорта, но я подороже сорт взяла, потому что тут вообще какой-то был весь зеленый. 2,5 килограмма здесь. Затем купила вот такую вот нарезку. А затем купила вот такую вот рыбку тоже для салатов или для каких-то бутербродов. И яйца. Яйца 3,39 у нас стоят. Затем купила дрожжи. Я не знаю, все дорожает, а дрожжи как были по такой цене, так и остались. Почему они не дорожают? Тут же тоже все ингредиенты, которые подорожали. Непонятно. Так, затем купила нежный творог. Сколько стоит, даже за молочко совсем забыла посмотреть, какие сейчас цены. 3 пачки купила. Хочу запеканку сделать. Я на этой неделе делала запеканку. Вот на следующую неделю, чтобы был творог. Мы очень любим творог. Затем сметана. И здесь еще вот греческий йогурт. Затем купила кашкавал. Опять перешли на кашкавал, потому что он не такой жирный и очень вкусный. Это какая-то смесь сыра и моцареллы. Очень вкусный. На салат тоже хорошо подходит. Стоит 4,59. Затем себе стала покупать вот такое вот молоко вместо молока. Оно сделано с овсянки, но это бариста. Оно не такое вот, знаете, жидкое, как просто молоко с овсянки. Вот я его использую для всяких там... Если клубнику мешают с вот этим, очень вкусно получается. Затем огурцы совсем закончились, евро 99, они всегда должны быть. Затем вот столько много баночек, это лимон. Вообще обленились, не стали, не, теперь вообще лимон не, сами не выжимаем, всегда вот такая баночка у нас должна быть. И вот на запас купили, здесь 8 банок, если я не ошибаюсь, да. А так она стоит 69 центов, а была в этой неделе по 35 центов. Затем финики. Финики стоили евро 99.
купили два сорта сыра. Вот такой вот я купила. Это сыр. Знаете, он такой вкусный. Я его раньше смотрела и думаю, что за гадость, не буду покупать. А потом вот у Фабиан родители были, у них вот такой сыр был. Я попробовала, очень вкусный сыр. Он такой молочный и немного с орехом. Вот это как бы орех, грецкий орех. Очень вкусный сыр, поэтому купила. Такой кусочек стоит 2,82. А Фабиан себе вот такой вот сыр купил какой-то. С какими-то... Не знаю, что это за сыр. Будем пробовать. Так, затем здесь еще фунчоза. Ну, вот эти вот стеклянные шпагетти. И вот такие вот макароны взяли. Это китайские, тоже хотим попробовать. Может, чего-то сварю. А затем были мюсли по акции. Вот такие вот. И вот такие вот с темным шоколадом. Были еще светлым шоколадом, но я предпочитаю с темным шоколадом по 2,49. Это совсем дешево по сравнению с другими ценами. Затем вот такую вот намазку купили. Это намазка баклажан. Хотим попробовать, может быть, будет вкусно. Ну, хорошо выглядит, знаете, иногда вот такие вот намазки не очень аппетитно выглядят. Это довольно-таки хорошо выглядит. Если я не ошибаюсь, то она стоит €99. Затем купили вот такой вот сыр на хлеб мазать, тоже он был по акции, но цену я его не знаю. Потом моцареллу купила по 99 центов, затем также купила фета сыр за €99, 250 грамм, а моцарелла у нас 125 грамм. А затем купила вот такие вот как бы картошечки, я их называю, очень мне они нравятся, вот именно вот в Лидле иногда бывают вот такие у нас, я их покупаю и сразу делаю с таким вот томатным соусом, очень вкусно получается. А также купила вот такую вот рыбку копченую для салата, две вот таких вот пачки, тоже всегда пригодится, я его уже давно не видела, поэтому сейчас решила две пачки купить. Сейчас мне надо машинку отключить. Так, отключаю, продолжаем дальше. Затем еще Фабиан себе вот такие вот завтраки купил. Вот это я не ем, оно мне не нравится как-то. Это фолькон, это тоже фолькон. Не знаю, какая разница. А это с разными фруктами, а это с изюмом. Затем на сегодня купили багет сейчас. И еще купили сейчас шампунь. И еще купили вот таких вот два пакета. Один пакет стоит 3 евро. Здесь... И фрукты, и овощи бывают. Я два разных пакета взяла. Вот здесь, например, киви. И еще довольно-таки хорошие киви. 4 штучки. И 3 евро он всего стоит. Затем здесь виноград. Тоже еще совсем хороший. Иногда даже покупаешь тоже, если так покупаешь. Еще один киви получается. Затем здесь еще апельсин. Прям большой пакет. И еще один киви. Ну вот. Все за 3 евро, это совсем дешево. Апельсины все хорошие, кстати. Потому что они их перебирают, а потом только сюда в пакет кладут. И здесь у меня находится вот такой вот салат. Это шинахоль салат. Хочу приготовить как раз с морковочкой. А затем здесь находится вот такой вот вареная кукуруза. Тоже можно хорошо приготовить. А так, здесь находится салат. Но салат уже, видите, салат нехороший уже. Может быть, сегодня еще что-то приготовлено, но так уже нужно его съедать. Так, затем здесь еще один айсберг салат, тоже такой нормальный. Так, что там дальше? Не катись на низ. Дальше здесь еще салат, но вот этот салат я, наверное, выкину, он нехороший. И также здесь, видите, даже промочился. И также здесь еще мандарины, но мандарины хорошие, мандарины совсем хорошие. Так что за 3 евро, я думаю... Нормально купить такой пакет, потому что здесь много, как говорю, фруктов, салаты. Салат у нас стоит уже по евро 19, евро 49, смотря в какой день купишь. Так что довольно-таки хорошая сумочка. Вот такие вот у нас покупки на сегодня были. Я вам говорю спасибо. Мы уже увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.